29 апреля в Центре культуры и молодежной политики был представлен мюзикл «Цветик-семицветик». В мероприятии приняли участие ведущие хореографические коллективы города. Такое событие было приурочено к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля. Настоящее волшебство идет от сердца. Как это от сердца? Вот сама и узнаешь. Мюзикл «Цветик-семицветик» в исполнении танцоров – это вольная интерпретация по мотивам одноименного сказочного рассказа. Добавив произведению уникальности, участники события старались сохранить и смысл сказки, а именно добро, взаимовыручка и помощь друг другу. Хочу, чтобы Витя был здоров. Так какую игру ты хотел со мной поиграть? Разноцветную. В мюзикле приняли участие более 20 творческих коллективов Десногорска.